хоть за мной по пятам. Улететь не успею, приземлюсь и накроет, но я не жалею. Я отсрочить сумел наступление ночи, но так, чтоб совсем, я пока что не очень. Я пока что живу в рамках всех обстоятельств, в шерловах и тисках не своих обязательств. И от них убежать, улететь и не скрыться, так же глупо пытаться, как и им подчиниться. Раньше было иное время, странные люди жили в жанре прологов, вступлений, прелюдий. Сама жизнь не проходит все время в начале. За душой было что-то, и не только печали. Сегодня фатальными стали границы, перевернутых, брошенных жизнью страниц. И к ним доступ в руках может отринут. Может быть, я сегодня границу подвину и нарушил никчемный фатальный порядок. Дальше что углубить, понять и отправить в базу давних побед на правах прецедента, чтобы дальше от нас, да совсем президентов, каждый знал. Безысходность есть, все же выход. А друзья? Да, друзья, не поверили выход. Или я был невнятен, неясный посыл, чтобы жизнь изменить недостойный мотив. Или вовсе менять ничего и не нужно. И мы тем, кем живем, взявшись за руки дружно, вдруг замкнем, чтобы он стал нам надежной защитой. И на этом, на том, с нашей жизнью будет миты. Но я все же не верю, ведь всегда остановка не конечная цель, а всего лишь уловка, чтоб сойти, но обратно на круг, а не с круга. Просто цель не сна, а не то, что с испуга. Мы же все из тех, из особо пужливых. Нам бы лишь отличить от корыстных и лживых речи мудрых. А лучше самим расстараться и за истину с ложью хоть раз разодраться. Ночь за мной по пятам, улететь не успею, приземлюсь и накроют, но я не жалею. Я срочно сумел наступление ночи, ну а так, чтоб совсем, я пока что не очень.